Доброго вторника вам, друзья. Недоброго вторника вам, нет, друзья. Татьяна Юрьевна Лазарева, двукратный лауреат ТЭФИ, факелоносец Сочинской Олимпиады, звезда ОСП-студии, иностранный агент, у себя в телеге рассказала об акции. Ее подруга в Риге напротив российского посольства приготовила гроб для Путина. Ну, так написано. Путин ВВ. И кучку гвоздей. Желающие могут вбить гвозди в гроб президента Российской Федерации. Это была такая ответка на сообщение о смерти Алексея Навального. Я фотографию, одну из фотографий, у себя разместил в Дзене, и я знаю, что комментарии Татьяне Юрьевне Лазаревой мне понравились. Не знаю, прочитала ли ее подруга, которая исполнила эту акцию в Риге. Но самое ласковое, что про них написали, это вот типа дуры или тварины. Ну, как говорится, нам не дано предугадать. Ехай нахуй!